Привет, все мы с детства знаем, что главный недостаток класса B это начальная ступенька, и поэтому уже давно все применяем класс АБ. Но оказалось, что и у класса АБ есть своя обратная ступенька или в английском варианте GM doubling, которая не дает возможности преодоление клира ниже 0,001%. Мы убедились в этом в первой серии этого мастер-класса, где подробно рассмотрели дюжину ОМЗЧ 21 века на самых совершенных транзисторах, термолтраках, разных англоязычных авторов, которые так и не преодолели порог 0,001% процента заданный еще ВВшником 89 на КТ 818-819. Но, как я подробно показал во второй серии, первые попытки преодоления gm Даблинга теоретически вроде как понятные, а на практике оказались безуспешными. Во всяком случае, класс AC Джона Броски, класс XD Дугласа Селфа, класс Дабл Кросс Боба Кордала с Яном Хеглоном, М2 от Ямахи и несколько моделей усилков концепции Continuity калифорнийской фирмы Sheet Audio так и остались с реальным клиром выше 0,001%. Сейчас, в этой третьей серии, я расскажу о глобальной их ошибке и покажу, как схемотехнически правильно реализовать преимущество gm и обеспечить исчезающий малый клир на уровне 100 тысячных долей процента. Речь пойдет о тех нюансах моего запатентованного варианта GM Дяблинга, который стал известен как класс Абба, и который применен в ОМЗЧ ВВ 21 века. Эта схема просто фигура 5 из описания моего патента: только не на бумажке или скриншоте, а живем в микрокапе. Принцип класса Аба, как моей реализации GM-Даблинга, заключается в том, что напряжение или ток начального смещения второй пары Q3-Q4 выбран меньше, чем первой пары Q1-Q2. Q1-Q2 работает в режиме класса АБ. То есть от нулевого выходного напряжения до момента перехода из класса А в класс Б в активном усилении принимают участие оба, и Q1, и Q2. При дальнейшем увеличении амплитуды сигнала Q2 закрывается. Оставшийся активный Q1 уже работает в классе B то есть 1. А коэффициент усиления обычного каскада АВ в таком случае уменьшается, вызывая обратную ступеньку и повышение нелинейных искажений. Так вот, в классе АББА при отключении Q2 на помощь Q1 подключается Q3. И вдвоем Теперь уже Q1 и Q3 создают э, такое же усиление, какое при малых уровнях в режиме класса А создавали Q1 и Q2. При этом обратная ступенька и нелинейщина исчезают. Но тут архиважно, чтобы включение Q3 было точно сопряжено с отключением Q2. За это в моей схеме отвечает правильный выбор разности напряжения и смещения между базами пар Q1, Q2 и Q3, Q4. Э, то есть э, за это отвечает пара источников напряжения E1 и E2. Для удобства наблюдения я изменяю напряжение V1. А E1 равно E2 равняется 1,6 минус V1 пополам. Если V1 равняется 1,6 вольта, то E1 равно E2 равно нулю. И наша схема вырождается в класс АВ. А что происходит при снижении V1 мы сейчас увидим в онлайне. Итак, запускаем анализ. Гармонические искажения. Здесь в степпинге. Указываем V1 от 1,4 вольта до 1,6 В с шагом 25 мВ. Степ. Поехали! Ран! Вот микрокат нам вырисовывает напрямую кривульки в зависимости коэффициента гармоник от выходного напряжения. Для разных напряжений V1. Вот это V1, 1,425 вольта, это V1, 1,45. Ну, как вы видите из набора этих характеристик, у нас оптимальное значение смещения между базами Q3, Q4, V1 равно 1,45 вольта. Вот при таком напряжении V1 у нас получается минимальный коэффициент гармоник в очень критической для э, прозрачности звучания области выходных напряжений э, 6, и, не, и меньше вольт. То есть несколько ватт. Видите? Это у нас 0,01% искажения. А в режиме класса B, э, В режиме класса АВ. У нас V1 равняется 1,6. У нас вон какое будет искажение какие-то, видите, да? На порядок больше. Ну, даже больше, чем на порядок. Там он... Вот это вот в режиме класса ABBA, а вот это зелененькое, это режим класса AB. Вот так. Что мы отсюда можем сделать, какие выводы? У меня, благодаря Патреону, образовалась группа квалифицированных помощников – вип-патронов, одним из самых деятельных среди которых является Дмитрий Гольдштейн. Это он показал мне, что класс Абва лучше класса АБ не в 10 раз, как я считал, а в 30 раз. Что Абва лучше, чем класс Дабл Кросс. И продолжает оптимизацию разных моих разработок. Подключайтесь к легенде и вы.